какая-то военная часть какая-то, очень далекая, очень глухая. Лейтенант молодой, ему бы погулять где-то в кафе, в кино с девушкой сходить. И он очень в увольнительное просится и подходит к начальнику, говорит, отпустите меня в увольнительное. Ну, как я отпущу тебя? У нас не положено, у нас есть, вот, например, если ты вносишь РАЦ предложение какое-то, ну, тогда можно отпуск. Лейтенант задумался, ходил, тут что-то увидел. Прибегает к начальнику, говорит, смотрите, вот видите, у нас там солдат косит. Видите, вот он сюда якобы косит, а назад у него холостое движение получается. Мы ему такую косу двухстороннюю сделаем, и он и туда косит, и сюда косит, и туда косит, и сюда, и он быстрее пойдет. А, ну да, хорошо, сделаем так, и отпустили его в увольнение. Второй лейтенант тоже смотрит, тоже захотелось ему в увольнение. Прибегает к начальнику, говорит, смотрите, видите, вот солдат косит. Он якобы, да, и туда косит, и сюда косит, но ход-то у него в холостую. Мы ему грабли приделаем сзади, он и туда косит, и сюда косит, и идет, и сразу загребает сено. Слушайте, ну да, действительно, это раз предложение, отпустили в отпуск. И тут этот солдат косит, и туда косит, и сюда косит, идет, и гребет это сено. И на него третий лейтенант смотрит. Что, лейтенант, говорит, в увольнительную хочешь? Ну, хотелось бы. Так ты мне фару приделай, чтобы я еще ночью косил. Генерал, солдаты, птицам деньги нужны? Все так, нет. Так вот, орлы, я пропил вашу зарплату.